Команды, представляющие области страны и город Минск, собрались на Брестской земле для участия во втором чемпионате по настольному теннису среди сотрудников Госкомитета судебных экспертиз. Популяризация данного вида спорта и сплочение коллектива – основные, но не единственные задачи, с решением которых успешно справляются организаторы турнира и его участники. Мы максимально стараемся использовать ту инфраструктуру, которая имеется вот на территории нашей Брестской области, и развивать все виды спорта. Потому что некоторым из них, к сожалению, уделяется достаточно мало внимания. Поэтому мы занимаемся популяризацией некоторых видов, которым, как считаем, не уделяется должного внимания. Но мы при этом не забываем и про другие виды спорта. Участники признаются, победа далеко не самая главная составляющая хорошего настроения на турнире. В первую очередь они ждут серию красивых и конкурентных игр, наблюдать за которыми приятно и интересно. Большую роль играет спорт и в повседневной жизни экспертов. Они уверены, физические нагрузки позволяют лучше справляться с профессиональными обязанностями. На самом деле, любая активность – это здоровье, а здоровье – это, естественно, лучше выполняемые свои служебные обязанности. Поэтому я считаю, что в любом каком-либо деле обязательно должна присутствовать также и физическая активность. Мы не будем биться, мы просто с удовольствием сыграем практически тем же составом, который у нас и был в прошлом году. Большинство из нас друг друга знают. Ну а, как говорится, кто окажется более подготовлен, тот и выиграет. Проведение чемпионата именно на Брещине в год 75-летия с начала Великой Отечественной войны символично и ко многому обязывает. Возможность сегодня спокойно жить и трудиться, выбирать хобби по душе или заниматься спортом – это подарок поколения победителей. Тех, кто завоевал и сохранил мир на белорусской земле. Память о них должна и будет жить в сердцах потомков. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.